Всем привет! Вы смотрите программу «Павел» и его команда. И сегодня мы приехали в Шкилов к Шевченко Нине Нестеровне. Ей 79 лет. Меня забыли! Подождите, ну нормально вообще! Почему я таскаю инструменты? Здорово, лбы стоят! Прости. Держи. На. Держи. Держи. И, кстати, стоит оговориться, сегодня в нашей команде пополнение. Катя Балукова – это наш дизайнер-инженер, который будет отвечать за разные лайфхаки и разные интересные вещи. Ну, а нам, я думаю, самое время зайти к Нине Нестеровне и познакомиться. Пойдем. Обсудить план работы. И больше меня не забывайте. Идем. Нина Нестеровна родилась в поселке Рубеж Могилевского района. В 1954 году она переехала в Шклов. Поначалу работала швеей в местном КБО. Но из-за проблем со здоровьем пришлось уволиться и перейти на более легкую работу. И последующие 17 лет она проработала уборщицей в Шкловском РОВД. Нина Нестеровна живет одна. У нее нет детей, а родственники далеко. У меня много друзей. Приходит медсестра ко мне, дружу. Теперь я работала в КБО, и телефонные номера у меня немного. Звоню я, они мне по телефону общаются. Проходит они, сестра ко мне, проходит, что там шила со мной вместе в КБО. Так, проходит ко мне, навестить меня. У меня родственница на сводные жила, в Россию ездила, помогала мне, жила. А потом, ну, мужа брала, так я с мужем плохо, мало прожила и плохо жила, убился. Я его выгнала, что в милиции работала, к милиции выгоняла. И первый пил, и вообще, и второй такой был. А как проводите свои дни вообще? Одни чем занимаетесь? Чем я занимаюсь? Ну, я, видите, трохи отдыхаю. Хожу к соседке погулять, телевизор гляжу. Ну, стирка там малая, что мелочь. И топлю, вару, посуду помыть. Скажите, ну а как вот одному человеку? Вот я смотрю, у вас с ногой проблемы. Это же две тут проблемы на ноге. Две? Угу. Ходила в 8 класс, вот первая школа у нас, её, откуда пришла-то. С ребятами. Упала, перелом ноги был. А теперь упала уже в старом возрасте, что надо было как здоровее, а я упала. И надо ногу делать операцию, руке в операцию делать, и кость растечь. Еще. А возраст не позволяет. Так тут две травмы на ноги, но у меня нет. Нину Нестеровну регулярно навещает социальный работник, но этого мало, ведь есть работы, которые женщинам не по силу сделать, и поэтому мы здесь. Нам предстоит отремонтировать забор, выбить ковры, а впереди Нину Нестеровну ждет сюрприз. Какой? Узнаете чуть позже, ну а начали мы традиционно с генеральной уборки. Влад, Александр, Матвей сегодня будет помогать вам по дому убираться. Хорошо. И давайте обозначим нашим бойцам фронт работы. Ну. Что нужно сделать? Рассказывайте. Вытрем паутинки, снимем, пол подметем. Угу. Пыль вытрем? Пыль вытрем. И зеркало можем протереть. Ну, зеркало совьет рамочка у меня. А вот расскажите, как вы дома помогаете? Может быть, бабушка есть, вы помогаете убираться? Ну, я бабушке помогаю всем. Что обычно делаете по дому? Пыль вытираю, ящики полирую. Полируете? Ну, да. Это как? Там обычно бывает, как кто-то... Сколы, царапины? Нет, как обычно кто-то трогает все время. Вот это надо убирать, и плюс еще пыль убирается. Влажная уборка, сухая. То есть вы профи в этом деле? Да. Ну, продолжайте зеркало полировать. В этом доме Нина Нестеровна живет с 1966 года. Строила его сама, правда, не с нуля. В соседней деревне купила старый сруб и перевезла на это место. А для сборки нанимала плотника. Платила кругленькую по тем временам сумму целых 5 рублей в день. Дом небольшой. Спальня, она же и гостиная, небольшие сенцы. Сада и огорода нет. Из хозяйства только собака Нюрка да кот Васька. Правда, Нюрка скорее коллективная псинка. Живет у соседей, кормится у Нестеровной. Периодически сторожит дом. Дай зайду микрофон возьму. А вот кошак...
Говоря словами Нестеровны, Тей яшчэ гад. Его любимое занятие – воровать все, что плохо лежит. Правда, предпочтение отдает колбасе. Это ты колбасу воруешь, а? Это ты в холодильник лазишь, рыжий, наглый серый кот. А, ты рыжий. Ты же серый, ты такой гордый. Это ты колбасу воруешь, признавайся. А бармот? Он ворует, судя по роже. Одна из главных работ, которую мы сегодня выполним, разберем вот этот вот старый сгнивший забор и соорудим новый. То есть наша задача на сегодня сделать два пролета и отремонтировать вот эту вот входную калиточку. Помогут мне ребята из социального гуманитарного колледжа университета имени Аркадия Кулешова, Александр, Глеб и Андрей, собственно. Сейчас мы приступаем и разбираем старый наш забор. Павел и его команда приехали в Шклоп. Мы помогаем Шевченко Нине Нестеровне. Уже начали генеральную уборку в доме и разбираем старый забор. А еще впереди нас ждет сюрприз – мастер-класс от Катерины Балуковой. А вот что это такое, пусть пока остается тайной. А пока Катя со своими помощниками наводила порядок в доме и разбиралась с кошаком, на улице вовсю кипели погрузочно-разгрузочные работы. На нашу просьбу о помощи откликнулись шкловские коммунальники и привезли доски для ремонта забора. Нина Нестеровна, забор старый ваш этот вот разобрали, то, что это прогнило. Сейчас вот работники жилкомхоза привезли нам гвозди, привезли прожилы, доски. Сейчас мы сделаем забор, и тут вот в этом вот месте сделаем калиточку. Ага, хороший. Я так понимаю, у вас же тут газ завозит и... Да, ходить надо, да. Я сама же хожу. А калитка-то у вас была такая не очень хорошая. 50 годов. Две калитки меняла за 50 годов. Деревянный забор – достаточно простой и сравнительно недорогой способ огородить участок, но он требует постоянного ухода и своевременного ремонта. А это в возрасте Нины Нестеровны достаточно сложно сделать. Но там же у вас, помните, у вас же прожилки полностью перегнили, и этот забор уже падал полностью. С работницей мы брали дрова, дорозу, и ремонтировали мы здесь с работой. Ага. Я же возле сразу не пина, и нужно совсем завалить. А, то есть это я-то думаю, откуда тут дрова взялись? Это скрепляли жардин, плашку. Это вы плашку пробивали? Ну, жерди погнили, не получалось, дровы ложили. Опускайте. Ну, подождите мне на колено прям. Дальше я взял просто. Она короткая, потому что она тугая. Вообще, по науке, ремонтом забора занимаются весной или осенью, но нам, мне, не повезло. Мы приехали в конце зимы. Скажу однозначно, делать забор в феврале было... Не очень хорошая идея. Ну, может, что нароешь там? Клад какой-нибудь. Катя! А, золото, бежим! Так что-то звякнуло. Это наш водитель Петрович не выдержал, решил помочь. Что, не так делают? Нет. Нет? А как надо? Ну покажите мастер-класс, Петрович, вы же опытный. Сегодня у нас работает вся команда. Стеки на класс. А по назад. Так, отрезаем и получаем у нас цельник. Метр накладки или снизу, или сверху. Прибиваем. И она будет держаться. А там дальше наточим тот же конец, точно тот же. Николай Петрович, я предлагаю вам вакантное место бригадира в нашей команде. Делаем накладочку. Классно командовать, когда Петрович делает, да? Обалденно.
теперь здесь. Все, полночь близится, а забора все нет. А? Подержать? Давай, поехали. Ну, приседай хоть ради приличия. А ты что стоишь? Давай. В твоем возрасте можно физкультурой заниматься. Беги, Лова. Уходи на честный бой. Сколько у вас в бригаде работает человек? С бригадиром 10. А без бригадира? А кто без бригадира работает? Добор готов, всех по домам. Домой. Мощный забор, мощный. Всегда мечтала о таком. Значит, следующий адрес мы едем к тебе. Ага, сейчас я вас не пущу. Ничего себе. Ой, стой. Класс! Опять! Ну, видишь, я талант! Прикинь, кувалду прибили! Павел и его команда приехали в Шклов. Мы помогаем Шевченко Нине Нестеровне. Мы сделали генеральную уборку в доме, сейчас делаем новый забор. Кроме того, на помощь нам пришла Катя Балукова. Работать стало, если и не легче, то уж точно веселей. Впрочем, не женское это дело делать забор. Катя отправляется на урок труда, ведь мы пообещали Нине Нестеровне сюрприз. Сейчас мы в учебной столярной мастерской школы номер 1 города Шклова и будем делать подарок для Нины Нестеровны. Для этого нам понадобится спил березы и несколько спилов осины. Ребят, мне нужно, чтобы вы сделали сейчас мне несколько спилов. Вот так, примерно по 2 сантиметра. Занимайтесь. А я пока буду выравнивать дерево. Хорошо. Это спил. Для того, чтобы сделать поверхность спила ровной, для начала вооружаемся пилой. Кстати, если ваш спил неровный по толщине, не торопитесь доводить его до геометрического идеала. Можно попробовать уравновесить его с помощью ножек. Так будет даже красивее. Когда черновая обработка закончена, приступаем к шлифовке. Кстати, процесс трудоемкий и достаточно длительный, так что наберитесь терпения. Кроме того, после шлифовки древесины вы однозначно окунетесь в опилочный туман. Выбирайте приспособленное для таких работ помещение. Летом лучше всего делать это на улице. Сейчас полируем углы заготовки для того, чтобы они не были острыми и нельзя было порезаться. Кстати, закруглять углы лучше руками, а не машинкой. Чуть-чуть пополировать. Поверхность отполирована, она гладенькая, приятная на ощупь. И мы придумали вот такие ножки. Изначально они предполагались, ну, как-то так. Мы решили, что ножки будут маленькие. А заготовки, которые сделали волонтеры, прекрасно подойдут в качестве ручки для нового забора. Можно две даже сделать. Двумя руками. Ну или просто, для баловства. А вот с новыми ножками для нашего подарка мне никак не удавалось справиться. На помощь мне пришел учитель труда Игорь Павлович. Как он не пытался спрятаться от телекамер, зоркий глаз оператора все-таки его уловил. Вы уже попали в кадр, вы же понимаете, что лучше познакомиться, да? Еще несколько минут и все готово. Ну вот итог, вот что у нас получилось.
поверхность можно обработать льняным маслом, тогда структура проявится. Ну, в общем-то, можно использовать уже и так. Итак, наш подарок – вещь, как вы уже поняли, полезная. Подставка для посуды в деревенском хозяйстве незаменима. А спил такой толщины, безусловно, прослужит не один год. Если у вас есть идеи, как своими руками сделать вещи красивые и полезные, или даже просто красивые, делитесь ими на нашем сайте tvrmogilev.by или по почте город Могилев, улица Первомайская, дом 83. Мы ждем ваших предложений, как с помощью смекалки и подручных материалов упростить быт. А пока мы отправляемся к Нине Нестеровне. Посмотрим, понравится ли хозяюшке наш подарок. Мы старались. Павел и его команда приехали в Шклов. Мы помогаем Шевченко Нине Нестеровне. Мы уже сделали генеральную уборку в доме и построили новый забор. Установили новую калитку. А моя помощница Катя приготовила для Нины Нестеровны сюрприз. Нам осталось навести порядок на улице и узнать мнение Нины Нестеровны о нашей работе. Нина Нестеровна, пробуйте открыть. Да, сейчас я пройду. Тогда я обувь побою, там вообще никто, я буду ходить. Топливо заносить. Так красиво. Ой, хорошо. Ой, ой, чудесно. Классно? Ой, да. Классно, да еще як. Ого! Ну, Катерина, принимай работу. Ого, красота. Давай, давай, давай. А вот это моя работа, кстати. Подожди, смотри, у нас тут еще вот какая опция. Ого. Мы тут калитку сделали, все обновили. Красиво стало, свежо. Ну, а ты чем занималась? Подставка под сковородник. Березовая. Ага. Стрекогладка. Я полировала час. Слушай. Да? Красота. Да. Ну, полезный подарок. Такой village style, знаете. Ну, так мы же в деревне. Да. Пойдет, пойдет. Главное, что с пользой для дела, да? Вот можно ставить все, что угодно. Ну, мы посмотрим, как реагирует наша хозяйка. Не на ну, что? Пойдем? Ну, пойдем. Забор. Смотрите, что я вам приготовила. Это вот такой подсковородник. А, подставка для посуды. Ну, вот. Ой, спасибо. Смотрите, как заполировали, можно гладенькая вся такая. А сковородой надо стать. У меня ее маленькая выка, это ж красивая. Да, и крепкая, прослужит долго. Да, нравится и вам? И меня переживет. Нравится, да. А вот это вам передал и подарил преподаватель Игорь Павлович. Он предпочел остаться за кадром. Да. Ну, вот сказал, что это вот. А так вот Катя наша маленькая, хрупкая, но пилила. Мы всегда говорим, большое начинается с малого. За несколько часов наша команда выполнила несколько действительно важных дел. Теперь возле дома Нины Нестеровны стоит новенький забор, а в доме выполнена генеральная уборка. И сделали классную подставку для посуды. И пусть не изменили жизнь Нины Нестеровны, но определенно смогли добавить в нее чуточку красок и тепла. Вы смотрели программу «Павел» и его команда. До встречи ровно через 2 недели. Эй, подождите, меня забыли. Ну, идем.